Войсковая часть 52096, расположенная в поселке Петровское, отметила 67 лет со дня образования. Боевое подразделение ведет свою историю с 23 июня 1953 года. В настоящее время на вооружении бригады стоит самое современное оружие, которым в совершенстве владеют и управляют квалифицированные и обученные командиры и офицеры. Праздничный концерт для военнослужащих состоялся в Доме культуры поселка Петровское. Творческий коллектив «Интервью» исполнил свои кавер-версии известных песен. У нас программа образовалась месяц назад, то есть мы собрали месяц назад и готовили ее тоже для одного мероприятия. И как-то так случилось, что военные попросили нас выступить на их замечательном мероприятии. Мы, конечно же, с радостью отозвались и решили принять участие. Военнослужащие подразделения выполняют задачи по прикрытию с воздуха важнейших политических, административных и экономических объектов Центрального федерального округа и столицы. Спасибо большое, хочется сказать командиру войсковой части, всем военнослужащим войсковой части за их работу, достаточно нелегкую работу, но работу, которая обеспечивает наш покой и уверенность в завтрашнем дне. За время существования 5-й дивизии ПВО около 300 офицеров были удостоены наград и знаков почета. У нас есть мемориал Победы, и там единственный на территории Российской Федерации есть памятный знак к столетию войск ПВО. Поздравил военнослужащих генерал-майор Леонид Серебряков. Леонид Владимирович был командиром 86-й дивизии ПВО с 1993 по 2002 годы. Дивизия на протяжении всего этого времени являлась передовым соединением войск противовоздушной обороны Московского округа противовоздушной обороны. За все это время было выполнено много учебно-боевых задач. Дивизия всегда отличалась качеством выполнения этих задач. Сегодня более 300 военнослужащих несут службу в войсковой части 52096, защищая мирное небо над Москвой.